Продолжаем программу. В Новосибирске набирает обороты народный наркоконтроль. Активисты сколотили отряд «Пульс» и позиционируют себя дружинниками, которые помогают полиции. Движение относительно молодое, однако уже есть неплохие результаты. Смотрите сами. При поддержке главного управления МВД были задержаны закладчики, которые распространяли украинские рощи. Молодые люди взяли инициативу в свои руки. Сначала в свободное от основной работы время стали патрулировать свой, Октябрьский район. Но позже движение настолько укрепило позиции, что отряд пошел с рейдами дальше. Задержания проводят под контролем правоохранителей, и все законно. Буквально накануне удалось отловить одного закладчика с героином, женщину, находившуюся в розыске, и провести с десяток профбесед на тему вреда запрещенных веществ. Так происходит у нас задержание. Злостных нарушителей передали сотрудникам ППС, а в целом на счету народного отряда несколько торговцев, дела которых уже рассматривают в судах, чистая от закладчиков территория и благодарность соседей.